кафе и ночных клубах города участились потасовки. На днях возле одного из заведений конфликт молодых людей перерос в драку. В результате с травмами были госпитализированы 3 человека. Один из участников драки выдворен в изолятор временного содержания. В связи с ростом правонарушений в ночных клубах и ресторанах полиция усилила рейдовые мероприятия. В целом с начала года поступило более 230 вызовов от заведений города. Среди правонарушений – групповые драки, нанесение телесных повреждений, кражи и мошенничество. По словам стражи порядка, правонарушения совершаются в основном в слепых зонах, то есть в местах, где не ведется видеонаблюдение. В этой связи развернута разъяснительная работа среди владельцев увеселительных заведений. В городе свыше 80 кафе, баров и ресторанов. С начала года поступило свыше 230 вызовов. В связи с этим в заведениях, откуда поступило больше всего обращений, проводятся разъяснительные работы. Администрации предложено усилить охрану и оборудовать заведения камерами видеонаблюдения.